Друзья, всем привет! У нас в обзоре сегодня проект, который называется CDX. Мир цифровых валют открывает миру и человечеству новые возможности и расширяет горизонты. Компании проводят ICO, продвигают свои проекты, популяризируют криптовалюту всеми возможными способами. Мировой рынок доверительного управления за последние годы вырос более чем на 250%. Но отрасль криптовалютного рынка все еще находится в зачаточном состоянии, несмотря на ее активный рост 2017 года. К примеру, я активно изучаю ICO проекты и смотрю, что может представиться та или иная компания после реализации своей экосистемы. И выбрав наиболее перспективные, на мой взгляд, я принимаю для себя участие приобретать данные токены или оставаться в стороне. Мне сложно понять и предугадать, по какому принципу происходит рост или падение курса криптовалют, и какую валюту, может, наоборот, нужно приобрести сейчас, потому что ее цена настолько невелика, что впоследствии может сделать скачок вверх и принести неожиданную прибыль. Можно потерять все, не успев продать вовремя, либо получить невероятный доход спустя годы, оставив валюты в криптокошельке. Эта проблема не только для меня, но и для большинства участников криптовалютного мира, потому что все же нашлись деятели, которые предлагают решение этих проблем путем создания экосистемы CDX. Она предлагает универсальное решение для торговли криптоактивами. Благодаря ему мы сможем передать управление своими активами трейдеру, которого также выбираем сами, полагаясь на его рейтинг, созданный на основе успешности заключенных сделок этих менеджеров. И не нужно будет думать и выискивать лучших игроков на рынке, и обо всем позаботится твой любимый криптоменеджер. Такая вот идеология. По завершении сделки, если она окажется удачной, то участник получит комиссию. В противном случае, если сделка не оправдает надежд и будут совершены ошибки, то пользователь сможет поменять трейдера на другого, также полагаясь на рейтинг и статические ошибки менеджеров. Все это делает данную экосистему привлекательной. А благодаря технологии блокчейн еще и защищенной, анонимной и прозрачной, лишая участника платформы всех ненужных издержек и защищая абсолютно все платежи от различного рода махинаций. Как работает данная технология? Принять участие в проекте можно путем приобретения токенов CDX. Токен стандарта ERC-20 SYNX – это расчетная единица платформы CDX. Обладатели данных монет всегда получают предписанную компанией скидку либо бонус. Поэтому очень важно и выгодно быть держателем токенов SYNX. На начальном этапе существуют бонусы, которые с каждым разом будут все уменьшаться и уменьшаться. В принципе, на этом у меня все. Все, что я хотел рассказать, я до вас донес. Это был краткий обзор проекта CDX. Все необходимые ссылки будут в описании. Мы уже с вами увидимся в следующих разборах проекта. Всем пока!